В течение всей недели в областном центре можно смело цитировать Гёте и наслаждаться музыкой Бетховена. А все потому, что осенний Архангельск окунулся в традиционные дни Германии. Как они стартовали, знает Артур Ромих. Спектакль «Белоснежка и семь гномов» по мотивам немецкой сказки «Братьев Гримм» сегодня особенно актуален. Этой постановкой в Добролюбовской библиотеке открыты 10-е ежегодные дни Германии в Архангельске. Актеры – это дети опорно-экспериментального реабилитационного центра. С этой постановкой они побывали и в самой Германии. Я нашел много новых друзей. Мы развлекались. А также у меня был друг Фабин Берец. К сожалению, он закончил учебу и не пришел. Но я желаю, чтобы он во всем мире узнал, что он самый любимый немец для меня. О немецкой культуре обыватель столицы Поморья знает разве что по фильмам или рассказам знакомых, которые там побывали. Дни Германии в Архангельске позволят окунуться в культуру этой страны и узнать о ней, что называется, из первых рук. Немецкая делегация проведет семинары для студентов САФУ, показы фильмов и чтение немецкой литературы в Добролюбовской библиотеке. Только через понимание других народов, через интерес к их культуре, люди, русские люди в том числе, могут определить свою идентичность, выявить свои ценности и через понимание другого понять свою идеологию, свой менталитет. А понимание сейчас крайне необходимо во времена напряженных политических отношений. Однако дипломатия развитию культурных коммуникаций мешать не должна, уверены организаторы Дней Германии. Причем как с нашей стороны, так и со стороны немецкой делегации. Бертольд Линдер в России уже не в первый раз и на вопрос о санкциях отвечать не стал. Сказал, культуру и политику мешать не стоит. Зато поведал о своем проекте и пригласил всех желающих поучаствовать в нем. В рамках Дней Германии в Архангельске я предлагаю жителям поучить немецкий язык на моих шнупер-курсах, то есть 30-минутных занятиях для начинающих изучать немецкий язык. А завершаться Дни Германии не совсем обычно. 1 ноября в клубе «Колесо» выступят немецкие рок-группы. Артур Ромих, Виктор Еремеев, Новости 24, Архангельск.